Здравствуйте, с вами интернет-канал Максимадзе, и сегодня я вам покажу, как поиграть в Angry Birds Chrome версию в 2020 году. Angry Birds Chrome — это такая версия Angry Birds, которая сделана специально для браузера. Сначала для Chrome, потом вышла и в других браузерах, если там Flash плагин есть. На других браузерах именно. В 2015 году эта версия закрылась, и поиграть в нее нельзя теперь официально. Но я нашел способ, как сделать это сейчас. Я сразу говорю, не уверен, что этот способ вечно будет актуальным. Возможно, когда-нибудь что-то изменится, этот способ будет не актуален. Но, во всяком случае, сейчас это сделать можно. Итак, короче, в описании будет две ссылки на... Я тут на английском инструкцию находил и по ней устанавливал. Никто не делал на русском, я сделаю. В общем, в первой ссылке будет файл, ссылка на файл, именно на саму игру, так сказать, Angry Birds Chrome. Там сайт, что ли, взломанный, не знаю. В общем, файл от Angry Birds Chrome. Да, мы его скачиваем. У меня он скачанный, но я... скачаю его еще раз, почему бы нет. Пока он скачивается, давайте поместим его в какую-нибудь удобную для вас папку. Я на рабочем столе создал папку Tutorial специально для этого. Так, и вторая ссылка на программу Flashpoint. И ссылка в описании будет. Скачиваем именно версию Infinity. Именно Infinity. Нажимаем Download. Она будет скачиваться. Вот этот вот 7Z, это надо открывать с помощью WinRAR. Всякие есть в интернете несколько видео, где рассказывают про то, как запустить эту версию. Но там у многих видео, большинства, по-моему, всех остальных, те, которые делают, они там показывают, как запустить Angry Birds Chrome, но там будет доступно только, будет только один эпизод доступен, который мы с вами прошли в прошлом видео, только этот. На всех остальных будет написано Login to Play. Также не будет звука. Я вам покажу, как сделать так, чтобы был и звук, и были все эпизоды доступны. Это возможно. Все скачалось. Давайте для удобства. Ну, грузись быстрее. Догружайся быстрее. Все. И... для удобства тоже ее перекинем в папку, какую для вас удобно. И что нам нужно? Мы нажимаем этот файл. И нажимаем Extract. Можно выбрать. У вас сразу выберется именно эта папка, где вы нажали сюда. Но можно выбрать и другую, но мы... но лучше для удобства это здесь прям сделаем. Нажимаем Extract. Экстрактинг у нас сейчас пойдет. Недолгий. Надеюсь. Короче говоря, вот. Экстракт выполнился. Но, правда, первый раз... правда, я второй раз уже это делаю. Первый раз не получилось. Мол, на этом диске место закончилось. Как это так-то, а? Пришлось на этот... вот эту папку Tutorial на этот диск перемещать и тут уже доделать до конца. В общем, экстракт выполнен. Посмотрим, что в этой папке находится. Здесь вот у нас... что у нас? В этой папке должен быть этот Chromium браузер. Открываем вот этот вот файл, ну, с помощью zip-архиватора, конечно. Да иди ты в задницу. И вот этот вот файл, перекидываем сюда, заменяем.
Ох, почему все так долго, а? И вот у нас вот появился Chromium, значит все в порядке. Ну и нам надо теперь нажать Flashpoint. Нажимаем Flashpoint, Start Flashpoint, разрешить доступ, да. Открывается программа вот эта. Заходим сначала в настройки и включаем включить редактирование. Затем нажимаем куратором, загрузить архив. Архив вот этот вот, именно вот этот файл Angry Birds Chrome, который мы скачали. Стоп, это не та папка была. Вот, вот из этой папки. Это сейчас открылась та папка, которую я первый раз устанавливал. Загружаем архив. Идет прогрузочка. И вот, игра загрузилась. И мы нажимаем кнопку запуск. Надеюсь, у меня там ничего сохранения не сбросится и так далее. И открывается браузер Chromium. Такой вот значок, очень похож на Chrome. И сразу же открывается сайт, видимо, он не закрытый или взломанный, я не знаю. И вот пойдет прогрузка и запускается игра. Игрушка запускается. Идет прогрузочка, но она... Эта игра дольше запускается, чем оригинальный Angry Birds, понятное дело. Давай, давай, грузись, пожалуйста. Сейчас, возможно, музыка будет громкая. Приготовьтесь, если что. И игра запустилась. О, у меня даже сохранения не пропали. Это то, что мы с вами прошли вчера. Ну что ж, вот, собственно, у вас там сначала все сохранения вот эти, они, их не будет. У вас сразу будут звуки. Давайте выключу звук, чтобы я смог договорить. И у вас запустится игра. Палец болит. Из... У вас будут доступны все эпизоды и звуки, конечно же, вон, играйте спокойно и так далее, проходите уровни и все такое. У вас сначала вот этих пройденных уровней не будет, это я вчера прошел на видео. Ну, в общем, надеюсь, вы разобрались. Надеюсь, у вас получится все сделать, даже антивирус не пришлось отключать, на удивление. Ладно, надеюсь, вам все понятно. Если вам помогло, ставьте лайки. С вас, короче, лайкос, подписывайтесь с меня, эпичный видос. Подписывайтесь на мой второй канал, на группу ВКонтакте. Всем пока.